приветствую всех приверженцев здорового образа жизни. С вами Елена Крынина и спортивная программа «Пульс». В этот раз мы поговорим о брейк-дансе. Среди всех видов танцев брейк-данс является, пожалуй, самым сложным, потому как требует серьезной физической подготовки. Его смело можно приравнять к спорту, так как он включает в себя хореографические трюки, гимнастические и акробатические элементы. За счет этого танец всегда выглядит как настоящее шоу. Брейкерам, которые влюблены в этот уличный танец, приходится заниматься практически ежедневно, чтобы всегда быть в форме и не растерять навыков. Carry protection, now with your heart go on like Celine Dion. Come back a chameleon, yeah. Straight from the top of a dome, as the rock, 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 rock the microphone. Yeah. Straight from the top of a dome, as the rock, 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 rock the microphone. История брейк-данса началась в 60-х годах в Бронксе, в одном из самых бедных районов Нью-Йорка. Электронная музыка в то время только набирала популярность среди молодых танцоров, которые в своих выступлениях использовали акробатические падения и элементы вращения. Это направление было названо «good foot». Со временем диджеи стали называть танцоров бибоями, сокращенно от «break boys». Дословный перевод – «танцоры ломаного бита». Определение «бибой» и «бигерл» плотно закрепились в брейк-среде. К ним стали прибавлять прозвища, например, «бибой Маус», «бибой Флай», «бибой Соник». В России же иностранные имена не прижились. В качестве псевдонима брались русскоязычные слова «бибой Бутуз», «бибой Рамзес», «бибой Фломастер». Даже у известной команды «The Boogie Crew», которая и спровоцировала в 98 году всплеск брейка в России, были вполне произносимые прозвища «Матер Ас», «Топор» и «Димон Гармон». Сотни подростков нашей необъятной родины просто прилипали к экранам, когда в популярной передаче «До 16 и старше» эти ребята крутили свои финты. В хрущевках начали биться вазы и люстры, ведь научиться премудростям брейка хотелось многим. Сегодня, чтобы освоить танец, нужно лишь желание прийти в студию к тренеру. Егоревские ребята ходят заниматься в центр внешкольной работы, в школу брейк-данса «Свой стиль», к преподавателю Дмитрию Соловьеву, он же бибой пушистик. И так далее. В зависимости от того, как вы натренируете, да, у вас наработается количество оборотов. Но для начала, конечно, нужно необходимо встать вот в это положение. И с него начинаем. Давайте культурно попробуем. Так, Макс, давай, покажи, какая классная. Отлично, отлично. Так, Миш, так, так, ножки ниже, ниже держи. Так, окей. Вот. Далее, далее. Пробуем, да, Андрей, правильно. Пробуем толкнуться левой ногой назад. И немного прокрутиться. Ае, отлично. Это супер. Лен, привет. Ой, Дим, привет. Привет.
Продолжаем, ребят. Я хочу к вам. Да ты что? У вас так интересно? Да, у нас очень интересно. Ты уверена? Я решила, что я тоже хочу заниматься брейкдансом. Ну, хотя бы попробовать какие-то первые азы. Я не то что боюсь, я боюсь, что я не готова. Ну ладно. Можно показать сейчас, что-нибудь, наверное, простое. Мы проверим. Но для начала одень вот такую штучку. Она тебе поможет. Ух ты! Ну как? Отлично. Как я тебе? Идет. Можно козырек чуть на бок. О, да. Ну что, ты готова стать? Да. Ты готова стать настоящим танцором? А? Да, я готова. Отлично. Я готова. И приступим. Первое, что давай попробуем с тобой сделать, да, это встать вот так вот. Смотри, нет. Уверена. Уверена? Ты чувствуешь себя крутым? Можно вот так вот показать. Чувствуешь себя крутым танцором? Mm-hmm. Немного покачай. Не руль, не руль, не руль, а качай двумя руками. Во. Отлично. Поставь, попробуй одну руку назад. Руку назад. Отлично. Улыбнись. И попробуй сесть на пятую точку. Прокрутиться. Отлично. Кажется, мой сидим. Модуль полетел. Не боись, ничего не полетит. Теперь попробуем сделать такую штучку. Называется штучка крокодил. Крокодил? Наверное, всеми любимая стоечка, вот, которая выполняется в форме буквы Т. Я локоточек упираю в живот. Надеюсь, ты не кушала очень много. А то будет очень нехорошо. Ну, я рад. И делаем вот так вот. Лобик вниз. Две ножки встают. Да. Можешь начать с колена. Коленки. Локоть в живот. Ладошку ставим. Ладошку. И упираем голову. Отлично. Вытягиваем ножки. Держишься? Да. А теперь ножки сделай вот так вот. Отлично. Головку в другую сторону поверни. О, я ж тебя не увижу. И попробуй убери одну руку. Вот эту? Ага. Помахай. Отлично. Поздравляю. У тебя получился крокодил. Пусть хотя бы с ногами, с головой, но он получился. Отлично. А теперь... что-нибудь наверх? Что? Ну, не такое сложное, не снизу, с пола. Что-нибудь, а что-то... мы начнем снизу, перейдем наверх, потом, да? Опять вниз. И опять наверх. И будем делать все по кругу. Хорошо. Итак, что у нас получилось? Мы встаем на колени. Так. Переваливаемся на пятую точку. Ставим буквушку Т. Т, давай. Целее. И скрещиваем ножки. Давай. Туда. Ага. Молодец. Вставай на коленку опять. Выходим вниз. Если на тебя смотрит зритель, даем воздушный поцелуй. И начинаем. И начинаем просто танцевать немного вверху. А именно нам нужно, как я сначала сказал, добавление вот этому кашу, продолжить тот же самый каш наверху. Вот он. Представь, как тебя распирает, да, ты хочешь танцевать, ты пришла на брейк, ты будешь с нами отдыхать. Отлично, да? И делаем простые движения, называются выпады. Итак. Так. У меня есть правая нога, у меня есть левая нога. Я умею шагать. Отлично. Теперь смотри, шагаем в бок. Я называю топтать таракана. Этот элемент. Топчем таракана вправо. Возвращаемся на две ноги. Топчем таракана влево. Возвращаемся на две ноги. Топчем вправо. Две ноги. Топчем влево. Две ноги. А теперь смотри, основное. Когда мы делаем это движение, мы должны показывать, какие мы широки душой. Да. Ручки, пальчики вместе, да? Какими широкие душой, то есть вот он я, вернулся, вот он я, вернулся, не балет, а шаг, там таракан. Да, вот, раздави, вернулась, спереди, раз, вернулась, еще раз спереди, два, вернулась. И если сделать под музыку, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все просто. Готовы со мной повторить? Давай. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Будем с тобой выступать в клубах.
научимся синхронно. Ну и одно из моих любимых движений – разворот и пистолетики. Итак, в прыжке скрещиваем ноги. Стоим на двух ступнях. Разворачиваемся. И пистолетики. Пух! Да? Да. Пух. Только не пальчики, что это за пистолетики, да? А два. Это маленькие пистолетики. Воздух, да. Подтверждая свои серьезные намерения, ты можешь лицо сделать посерьезнее. Пух! Да. И что у нас получается? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Прыжок, разворот. Пух! Отлично, да? Вот. Да. Ну, давай, чтобы немного не путаться, давай все-таки перейдем тогда сверху вниз. И у нас получится небольшая связочка. Если брать ее делать под музыку, приблизительно это будет выглядеть так. Ты вышел на танцпол, у тебя широкая душа, начинаешь давить тараканов на танцполе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыжок, разворотики, пистолет, колено. Ае. Садимся на пятую точку. Делаем букву Т. Я тебя не вижу. Да-да-да, голову упирай. И скрещиваем ноги. Если делаем все круто, убираем одну руку. Можно к поясу. Вот так вот. Окей? Ничего не болит? Пока. Пока ничего не болит. Завтра будет. Завтра? Да, завтра. Завтра придет расплата. А теперь мы продолжаем. Продолжаем. Ты еще не испугалась? Я не испугалась, но я хотела бы узнать, насколько физически подготовленным должен быть человек для того, чтобы прийти в брейк-данс. Ну, физическая подготовка – это дело как бы наживное, да. Вот, поэтому, если мы пришли сюда заниматься, и мы хотим заниматься, да, вот, то в принципе, все наработается тут. Например, я тебе сейчас могу показать эволюцию, так сказать, той точки буквы Т, крокодила, которую мы учили. С чего как бы она вся начинается. Итак, смотри, чтобы дома ночью отработала. Хорошо. Итак, я проверю. Итак, не повторяй, я просто делаю. Итак, я начинаю с буквы Т. У меня стоит голова, две ноги, рука. Ну и все. Я, в принципе, стою свободно, могу песенку спеть и все такое. Что я начинаю делать, да? Я начинаю убирать потихонечку точки опоры. Убрал одну ногу. Петь могу? Могу. Убрал вторую ногу. Петь могу? Могу. Убрал голову. Могу петь? Могу. Убрал руку. Могу даже стихи прочитать. Но, к сожалению, вспомнить ни одного не могу. Можно спеть песенку «В лесу родилась елочка». Вот. Понятно, да? То есть как, с простых движений выявляется более сложное движение. То есть для того, чтобы стоять на одной руке, как ты показывал ребятам, нужно сначала научиться полному упражнению со всеми опорами. Желательно, чтобы избежать лишних синяков, ошибок и так далее, лучше сделать. Хорошо. Вот. Может быть, на одной руке попробуешь встать? Я не смогу, мне кажется, у меня пресс. Нет? А пресс там не нужен? Не нужен? А ты там попробуй. Нужно бицепс. Ну ладно, так, давай попробуем. Боишься? Только ты мне подсказывай. Давай эту шапочку ближе. Оп. Да. Ты готова? Кстати, кепочку можно и вот так носить. Многие не встают на одну руку. Почему? Потому что, вау, это нереально, я на двух не умею встать. Как я, на да? Самом деле, да, да. На самом деле, на одной руке стоять намного легче, чем на двух. Важно только перебороть свой страх. Например, изначально, большинство из нас умеет делать колесо. Да? Ну да. Попробуешь или не умеешь? Оно очень кривое будет? А мне не важно. Но я думаю, что у нас не балет, у нас будет. Уличные танцы. Отлично. Так, пол не сломала? Нет. Отлично, хорошо. Вот. Итак, смотри, ты, делая колесо, уже автоматом встаешь как минимум на одну руку. Вот, начиная, да? И так далее, да? Попробуй просто встать на одну руку и не делать колесо, а вернуться назад. Можно сделать это медленно. То есть, раз, два. О! Потихонечку. Мне не дают это делать. Давай. Давай. Можно на правую? Попробуй на правой. Нет, я смелее. Я не сгибаюсь вот здесь. Не спеши. Давай. Опа, отлично. На самом деле все так и учится. Сначала раз, потом повыше, потом еще выше. И пока у вас пол не работает, вы находитесь. Вот. Все очень просто и легко. Сложнее. Ну, ощущение равновесия приходит за 2-3 занятия. Вот. Исходя из этого, в принципе, да, ты сама видишь, что можешь научиться танцевать. Важно теперь твое желание. Насколько
ты не передумала, не испугалась и все такое. И вливайся в нашу танцевальную бригаду. Я сам начал заниматься годов с 2000-х. И, как бы считаю, для меня это и есть начало развития брейкданса в городе Егорьевске. Сначала у нас было очень много ребят. Вот, мы как бы занимались большой кучей, но здесь сложилась какая ситуация? Отсутствие интернета, отсутствие даже мобильной связи порой, да. Вот, мы приходили именно общаться, тусить, отдыхать. Так появилась команда Self-Style. Self-Style. Либо по-другому мы можем называться свой стиль. Self-Style, свой стиль, что в принципе одно и то же, да. Первый состав, он, наверное, я считаю, как бы самый такой интересный, самый мощный. Мы действительно работали в своем стиле, но, к сожалению, ребята взрослели потихонечку, да, кто-то уходил туда, кто-то сюда, вот. И состав, я не хочу сказать, что мы распались, да, мы до сих пор общаемся очень хорошо, вот. Но танцевать остался один я, вот, набрал команду учеников, так появился второй состав Self-Style, потому что одному танцевать это, конечно, хорошо, да, но требуется общение. Вначале как бы все это закрутилось случайно, то есть я был в детском лагере, там мальчишки начали танцевать, что-то пытаться делать, и потом они пришли сюда. Ну, я как бы с ними за компанию пришел и, ну, посмотрю, что, как делать. В итоге прошло уже 10 лет, эти мальчишки куда-то рассеялись, растворились, вот, и очень много людей как бы сюда приходит, и время, ну, как бы лишних отсекает. У нас осталось буквально человек 5, наверное, которые лет 10 танцуют. Вот с самого-самого почти начала пришли. А рывок в Москве, я учился в Москве и жил там параллельно. И там было очень много соревнований различного уровня. И в 2011 году я попал по Red Bull 1-1 в топ-8 человек по Москве. Вот. Да, то есть там проиграл я на тот момент действующему чемпиону России и мира. По брейкдансу? Да, по брейкдансу. То есть ты буквально второй сразу после чемпиона? Ну, не второй. Не второй, я просто попал в восьмерку. Один из восьми. Один из... То есть, на тот момент. Если так говорить, что ты в восьмерке лучших танцоров. Да, по Red Bull за 2011 год по отборам, да, попал. То есть это говорит о нашем хорошем уровне? Да, безусловно. Как удается добиться вот этого хорошего уровня? Казалось бы, да, Егорьевск, маленький подмосковный городок, ну что там, да? Но... Однако ты попадаешь в восьмерку. С чем это связано? Ну, наверное, в первую очередь с желанием, то, что... Когда ты сидишь там маленький и смотришь телевизор, когда там крутится, смотришь, я также хочу, и пытаешься что-то делать, потом с таким зарядом, с мотивацией приходишь делать сюда, и здесь по полной как бы веселишься от души, вот, и так вот многие делали, в принципе, и мы постепенно у тебя нарабатываются навыки, и ты, ну, растешь, как бы можно сказать, у тебя лучше получается движение, у тебя лучше двигаться получается, ну, и как-то интересней, в музыку ты хорошо попадаешь. Мы со вторым составом очень много ездили и как бы по Подмосковью, и по другим городам, и в Казань, и в Чебоксары, то есть очень, как бы, да, сами уже своими силами собирались, ездили. Кстати, забыл сказать, что в составе, наверное, второго состава, да, и вместе с коломенской командой «Крылья», вот, тоже достаточно старая команда, мы в 2007 выиграли чемпионат Подмосковья. В том же году второй состав Self-Style, это уже ученички, они заняли на этом же чемпионате третье место. Вот, такой удачный год был у нас. К сожалению, второй состав также ушел немного в быт, да, но тем не менее мы опять же также общаемся очень хорошо. Вот, ребят между собой, кто-то из второго состава до сих пор ходит заниматься в свое удовольствие. Кстати, Роман тоже со второго состава. Вот, ну и потихоньку танец просит развития, приходят новые ребята, и достаточно неплохие, талантливые ребята приходят. Так, скажем, появился третий состав, вот. Ну, в принципе, да, он существует до сих пор, вот. Мы занимаемся вместе, также выезжаем, вот. Надеюсь, состав останется. К сожалению, часть ребят, как я говорил ранее, они уехали в Москву. Отсеются? Вот. Ну, нет, почему отсеются? Они танцуют в Москве. Они да, продолжают? Да, они двигают нашу школу в Москве. Да, они продолжают танцевать, заниматься.
Вот, но в городе вот мы как бы остались мы. Плюс сейчас очень много ходит новеньких ребят, учеников занимается. У нас в школе занимается порядка, честно говоря, врать не буду, 60-70 человек, детей. Вот, много талантливых ребят. Наблюдаю, будем потихоньку их вывозить, конечно, соревнования. Вот, и возможно, придем к четвертому составу. Ну, первый, второй, третий, четвертый, это не значит, что мы как бы было-пропал. Мы все есть, мы все находимся, мы все общаемся. Вот. Это такое условное деление. Это условное деление, да. Что для тебя брейкданс? Не знаю, это очень-очень большой кусок моей жизни. Практически в детстве там, ну, в детстве, когда там все мальчики ходили там по дворам, там с девочками гуляли, я иду на тренировку. Это, можно сказать, как бы это танец, но здесь такие составляющие, как вот, ну, можно сказать, от физкультуры, от творчества, то есть ты как бы, ты фантазируешь, у тебя постоянно развивается голова, постоянно что-то новое у тебя приходит. Бывает, ты идешь где-нибудь по улице, тебе хлоп в голову, какая-то идея крутая пришла, и вот за счет этой идеи ты можешь как бы вот в соревнованиях вытянуть очень сильно свою команду и можешь даже победить. Есть чего ты не умеешь? Да, конечно. Вот брейкданс тем хорош, то, что ты можешь танцевать хоть 10-20 лет и совершенно ничего не уметь, грубо говоря. То есть очень большой выбор движений, очень много направлений в нем. То есть в нем как есть и на силовую нагрузку, это вот примерно то, что гимнасты делают, также на выносливость, также на координацию, очень много всяких движений. В данный момент есть такое движение аэр-твисты. Вот. Он один из самых зрелищных. Ну, и как говорят как бы многие, то что вроде как самый простой, но очень много людей как бы его хотят выучить, но как-то не получается. То есть у тебя теперь цель номер один – побить именно? Конечно. Ну, цель я ставлю не кого-то побить, а побить себя в прошлом, да, то есть доказать то, что, блин, да, я могу это сделать. То есть приходится упираться рогом, приходится очень со многими вещами как бы жестко себя ограничивать, то что там ты приходишь, я хочу там, там хочется потанцевать, подергаться, там улыбаться, посмеяться, покричать, а ты приходишь с тетрадочкой, грубо говоря, и давай. Рутина. И за счет этого у тебя как бы получается. Ребята очень тоже так же много общаются, даже порой общаются больше, чем я. Не порой, а очень часто общаются больше, чем я. Лазят в интернет, сейчас информация вся доступна. И, конечно, кровь кипит, хочется побед, хочется. Соответственно, ребята занимаются с большим упорством. И результаты, конечно, появляются. Если не ошибусь по количеству, в прошлом году мы ездили в город Гусь-Хрустальный, в этом году также поедем туда. Наши ребята заняли там первое, третье места, вот, а в командном зачете заняли второе место. Ну, чуть-чуть не дотянули. Вот, также мы в городе Орехово-Зуево, ой, не помню, тоже проходил чемпионат, заняли второе место. Вот. В принципе мы ездим. Призам, да? Ну, бывают и победы, бывают и провалы. Да. Не без этого. А чего зависит провал? Наверное, настрой все-таки. Самое основное – настрой, уверенность, желание победить. Если долго не ездили на соревнования, а тут вдруг выбрались, да если еще соревнования крупные, конечно, присутствует мандраж. Все мы простые люди, хоть и кто-то дольше, хоть и уверенно в себе занимаемся, но не без этого. В принципе, и этого стыдиться, я считаю, не стоит. Это нормальная ситуация. Вот. Но, тем не менее, мы стараемся, стремимся, стараемся расти, развиваться. Вот. И всех приглашаю к нам. Мы находимся, я нахожусь в СВР практически каждый день. Вот. Приходите все, независимо от пола и возраста, потому что, ну, просто танцевать – это хорошо, а вытворять нереально крутые фишки, да, да еще делать это под музыку – это в 2 раза, в 3 раза или в 4 лучше. А еще лучше – это собственное саморазвитие, которое даст вам брейкданс. Peace!